Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в хозяйстве Юрия Даниловича Шавица в Белоруссии. Это у нас область... Брестская область. Вот. В уникальном голубичном хозяйстве. Это, ну, одна из немногих, может быть, единичное даже хозяйство, где полностью принцип органический, никакой химии не применяется. Да. Ну, кроме того, вокруг у нас заповедник. Даже то заповедник. То есть ближайшие сельскохозяйственные угодья, где нарушают все биологические и экологические принципы, далеко от нас. Далеко. То есть 15 километров в ближайшее поле. Ну, прекрасно. Это очень важно. Важно, очень важно. То есть я вот проехался действительно через вот такой сосновый, еловый, смешанный лес. Вот сейчас тут, я так понимаю, у нас, у вас, вернее, сколько? Гектаров 6, наверное, под? Под уже голубикой 6, всего 23. Да? А расскажите для наших вот зрителей, будет... Во-первых, вы кандидат медицинских наук. Конечно. Это моя как бы научная стезя, которую я начинал с 16 лет, когда был студентом второго курса мединститута. Я почему-то понял, что, конечно, комсомол – это хорошо, но наука лучше. И мои ребята из комсомольской организации вуза, я был там один из активных членов комитета, сказали: Юр, ты что, с ума сошел? Тебе же скоро распределяться через 3 года. Я говорю, как-нибудь распределюсь, почему для этого надо быть только комсомольским вожаком? И я занялся наукой, и вот с тех пор много лет этой наукой занимаюсь. И надо сказать, и здесь у меня тоже подходы, я не могу. Я раньше почему-то, когда первый раз познакомился с голубикой, это было у поляков, я думал, что ну ладно, там овощи можно испортить, добавив больше, а ведь кустарники или деревья нельзя. Ну, я был неграмотный с точки зрения агрономии. Оказалось, можно испортить все. Конечно. Вот, поэтому мы с Ниной, она меня в этом смысле даже, я бы сказал, моей женой. Супруга, да? Да, супруга. С Ниной Варсановьевной. Мы с ней приняли, и, надо сказать, это ее главная заслуга, приняли решение, что никакой химии больше добавлять не будем. Мы увлекались, как это нам советовали, правда, мы давали, ну, в силу чутья такого, половину дозы, но и даже половину не нужно делать. Поэтому мы полностью перешли на органическое. Труднее, может быть, мы надеемся на первом этапе, но отдача великолепна. Ну, с куста, конечно, меньше урожайность, чем само собой. Это само собой. Само собой. Ягоды иногда чуть-чуть мельче, потому что она все равно... Каждый вид или каждый сорт голубики имеет свои параметры. Но вот здесь... О, какая! Как? Да, это у нас сорт, который должен был бы быть еще крупнее. Но на самом деле вот он тоже крупный. А есть сорта более мелкие, но очень вкусные. Очень я вкусные. Скажу, что очень много у нас уже бывало за... Я 20 лет этим занимаюсь. Бывало разных покупателей, все глазами хотят крупные. Крупные, ну понятно. А когда попробуют и сравнят, особенно это на детях легко увидеть, тянутся рукой туда и туда, а потом берут ту, которая мельче, но вкуснее. Так вот что... знаю, вот с той стороны поля, с противоположной, прям по диагонали, есть такая маленькая, она вся обсыпана, она не такая сочная, как эта, она более такая и низенькая. Вот... Да-да-да. Это Норд-Кантри. И очень, очень вкусным тоже, да, очень, да. Ароматный такой сорт. Ну еще, Юрий Андреевич, очень важно ведь понимать, как устроена ягода. Вот в этой ягоде есть оболочка. Есть оболочка, есть сердцевина. Кстати говоря, в интернете можно посмотреть, как выглядит ягода внутри. Но а вот мы если покажем. Ее разрезать, да, если разрезать, и может быть даже можно и здесь показать, покажем. Посмотрите, какую часть занимает оболочка и какую сердцевина. Так вот, оказывается, все полезные свойства в этой ягоде в оболочке, плюс в семенах, которые внутри. В семенах, конечно. Да. Оболочка, поэтому, чем мельче ягоды, тем больше оболочки. Значит, вот почему мелкая ягода более полезна. Да. Ну, что еще могу сказать о голубике? Я ей, конечно, заболел как культуры. То есть просто по душе очень пришлось, вкусный, да? Да, очень красивая. И мы хорошо знаем, что черника... прекрасно улучшает зрение. Да. Ну, голубика делает то же самое, только она вкуснее черники, а ее можно съесть поэтому больше. Но для лечения или поддержания хорошего тонуса много есть не обязательно. Важно, чтобы хорошее лекарственное вещество или питание постоянно в течение года было у вас с вами. Поэтому такую ягоду и любую хорошую ягоду надо замораживать. Конечно. И зимой понемножку есть. Да-да-да. Это мои зрители знают как раз.
Мы замораживаем, у нас 20 видов причем ягод. Причем сезон, она самая дешевая. Она сейчас, к сожалению, одна из самых дорогих ягод. Может быть, малина дороже. Mm-hmm. По крайней мере, вот я заметил, что в Финляндии, в Евросоюзе малина самая дорогая. Она mm-hmm. стоит там 18 евро на рынке простом mm-hmm. за килограмм, а голубика 16 евро. Mm-hmm. То есть тоже недешево. Но в сезон, вот сейчас возникает ситуация, когда в сезон в Беларуси много фермеров, да и на рынках оптовых этой ягоды все больше и больше. Ее можно купить не очень да, дорого. Но, к сожалению, да. химии в основном-то поливают. Вот это самое. Вот это беда. Да, но... А такую лучше не есть. Это, так сказать, лучше никакую, чем химию. Это самообман. Да, вы едите овощи или помидоры, да. и вам все кажется хорошо, на самом деле вы получаете яд. Если, ну, неизвестных не берет человек, а если у проверенных, так сказать, известных фермеров, так сказать, своих. Юрий Андреевич, мы дошли даже до того, вот я не знаю, вы видели наших коз или не видели? Видел, дошел, да. все хозяйство прошел. Для чего мы этих коз завели? Значит, так. у нас часть земли требуется, мы ее выкорчевываем, приводим в сельскохозяйство. Они поедают поросли. Да, и мы решили вместо раундапа, дефолиантов и вообще любой химии, которая помогает, потому что выкорчевать просто так, это нужно очень тяжелую технику, есть mm-hmm. более простые mm-hmm. способы, химические. Так вот, мы решили и здесь тоже пойти по биологическому пути. То есть мы предпочли заказать и арендовать коз. Мы их арендовали для того, чтобы они ели нашу поросль. Да, да. Как только они ее съедят, мы будем сажать дальше. Есть же технологии. Куриный трактор, ставится большое сетка, да. передвигается. Они все вытаптывают, высъедаются. Да, да, мы об этом тоже знаем. Тоже. Потом, дорогие друзья, посмотрите, вот сейчас подниму куст. Вот обратите внимание, солома, то есть вот огромный слой, и вот под ним, посмотрите, какая почва. То есть рыхлая, плодородная, да. и вот это там вот... влажность и гумус. Влажность. Конечно. И микробиологический состав называется микориза, потому что эта ягода, в отличие от многих других, почти не имеет корней. У нее очень маленькая корневая система. И питаются они благодаря угу. тому, что есть грибки. Конечно. И вот эти грибы, мицелии грибов, да. с корневой системой растений образуют вот это сложное соединение микоризы, когда друг другу они способствуют. Грибы, во-первых, что делают? Они это природные антибиотики, многие да. вещества, которые не дают болеть культурам высшим. Ну а те снабжают грибы, соответственно, глюкозой, так сказать, другими питательными верно. Веществами, и вот образуется симбиоз. Они перерабатывают то, что есть в почве. Перерабатывают солому, опилки, так сказать, то, что вот. Да и песок, или там глину, которая внутри. Да. Черви, которые рыхлят почву. Да. В общем, воздух, это биологический слой, да, та да. самая тонкая. Кстати говоря, у земли та же история. Вот мы только что разрезали ягоды и увидели, что тончайший слой да, да, да. синего вот этого субстрата. Я даже более того скажу, что все процессы, вот биологические, да, как бы логично протекают, повторяются, протекают друг в друга, как бы переходят, и мы можем видеть закономерности одни и те же, начиная от капли воды до космоса в целом. То есть вот, и тогда мы только понимаем, что мы часть природы, мы живем в ней, у нас те же самые биологические процессы, ну, то, о чем мы говорили с вами до этого, что да. по питанию, то есть мы к чему да, пришли, да. что живое видовое питание, это, ну, это естественно, потому меня что... Меня очень подкупила ваша концепция, она мне нравится, я с огромным медицинским опытом и журналы сдавал, но надо сказать, что очень многие академики близко не стоят к такой... Благодарю. Нет, это ну... даже не похвала, да, это просто констатация, ведь в науке главная логика. Конечно. У вас эта логика очень... хорошо. Ну, как говорят, железные. Да. Есть, железные, как говорят. Да. 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 Расскажите, пожалуйста, еще немного. А у вас, наверное, много же сортов? И пробовали вы, наверное, много. Ведь на каждой мире почве... существует более 700 сортов. Ужас. Ну, это как в Беларуси и в России на сегодняшний момент можно насчитать 35-40 сортов максимум. Но гнаться за этим не надо, потому что один и тот же сорт в разных местах, даже в разных подворьях, может оказаться совсем... с оттенками. Я не хочу сказать, он будет совсем разный, но его вкусовой... Вот может так случиться, что у вашего соседа тот же самый сорт будет вкуснее, чем у вас. Почему? Может быть, потому что он больше соломы использовал или чего-то еще. Конечно. В общем, опять-таки возвращаемся к биологической такой да. логике. Если в природе это растение привыкло тысячи или там миллионы лет делать одно и то же, когда мы пытаемся ему давать фосфор, калий в виде порошков, вкус не тот, само собой. Качество не то, и деградация происходит. У вот. Нас несколько фермеров, которых мы в свое время учили, я оказался, вот когда я первый раз увидел ягоду, я был, ну, первый в этой республике, mm-hmm. и в России тоже,
И, конечно, за мной потянулись люди, я с ними вместе осваивал, и нам давали материал посадочный, а потом они начали делать так, как вот учат в учебниках. У них сейчас происходит деградация почвы. Абсолютно. Я вам даже более... Голубика, голубика хереет и умирает. Ягоды. Растения умирают. И это было подмечено уже, я вот с многими людьми тоже общаюсь, кто занимается, вот, естественно, приходит естественным путем к осознанию, к живой природе, к естественным процессам. Мы не сможем никогда сумничать и сделать что-то, то, что природа уже не создала. Мы только можем подметить, что в ней. Мы просто люди забыли многое. Травы, грибы. Это грибы верно. Были как это лечебные, это лекарство. И наши предки знали сотни видов, от каких болезней, как что. Потому что, я говорю, тоже вещество эхиномоноза в лисичках, паразитов, даже и яйца, оболочки и яйца гельминтов растворяет. Вещество, например, там лентинан, полисахарид, который содержит шиитаке, например, он заставляет... Такие есть иммунные клетки, разновидность лейкоцитов, макрофаги, которые в оболочках своих синтезируют фермент перфорин, который растворяет раковые клетки тоже. Так вот, он заставляет его активнее синтезироваться. Мы это все было, это все когда-то знали. И причем, заметьте, самое интересное, что я вот даже такую вещь скажу, что когда-то подметили ученые, что взяли в Азии где-то, по-моему, в Японии, что в рисе есть тоже симбиотические грибки. И вот они выделяют такое вещество гибериллин, который растительный, натуральный гибериллин, ускоритель роста является растений до 5, в 10 раз на сельхозкультурах повторяли. И тут, поскольку наш мир пошел, наши ученые по пути химизации, думают, ну мы сейчас синтетически его синтезируем. Синтезировали, формула та же самая, ничего не получается. Это как... Да, то есть уничтожается информация, там нет информации, то есть живой свыше заложенный, почему все приходят разум. Логически, чем отличается эволюция от эволюции? Именно тем, что есть какое-то плавное, постепенное приспособление всех друг к другу. Да. Это очень правильный процесс. Более того, в дикой природе, вот в этих лесах, которые почти изничтожены, я имею в виду сложные, вечные леса, которые могут, в отличие от хвойных, вечно существовать, обновляться. Это широколистные леса, где в основе пирамиды дуб. Дубы, грабы, там вяз. Частично это почему-то я ездил, я говорю, в Беловежскую пущу, я смотрел некие вот эти биотопы природные, натуральные. И вот я скажу вам так, там даже те дубы, которые 600-700 летние, вот эти вот уникальные, да, в чаще, где там вот поваленные, где человек вообще ничего не трогал, ну, тысячами лет, есть там такие участки, еще сохранит, там даже желуди вот в два раза крупнее, то есть это совершенно и генетика у этих, они пережили мини-ледниковые периоды, да, там 17 века, начало, там прочее, и вот... Я говорю, люди почти все, конечно, изничтожили. Все приходится фактически вот здесь, в голове, начиная, а потом восстанавливать с нуля, да, то есть вот видеть Игорь эти Андреевич, закономерности. У меня есть одна очень интересная идея, вот в результате наших бесед вчера, сегодня. Этому как-то надо противодействовать, и у нас сейчас есть информация в виде интернета, которая может помочь. И знаете, как я мыслю вообще ситуацию? Мне кажется, вот люди такого возраста и такого, ну, энергии, как у вас, должны попытаться сделать народный университет или народную лабораторию, то есть в которой за счет пожертвований будут проводиться исследования, которые будут опровергать то, что нам пытаются втемяшить, что ГМО полезно, или что прививка там у детей всегда всем нужна, всем поголовно. Это ведь не так. Это не так. Это и есть люди, есть которые вот те единицы каждой своей области, которые вот как глыбы, как вот противостоят этому океану, вот этому мракобесию научного, псевдонаучного на самом деле. Вот, например, Червонская там, вот вы знаете, против прививок, которая объясняет, она иммунолог. Их шельмуют, говорят, что они просто неграмотные. А кто шельмуют? Шельмуют те, кто вообще ничего в биологии не понимает. Ну, потому что есть государственный заказ. Конечно. Государству нужны другие результаты. Вы знаете, даже с телешоу вот эти диетологи, которые вообще ничего не понимают, уходят, им говорят, ну что, вы, что вы несете там? Что? Они говорят, ну мы не можем вот на телевизоре, вот мы вот, то есть, вот понимаете? Ну, вот настала эра или ситуация, когда информация может доходить до каждого конкретного дома. Да? И в тех домах, в которых люди, это обычно бабушки и дедушки, более, я бы сказал, мудрые, да, думают о своих внуках, они питаются вкусными продуктами, они их создают сами, они их готовят, вот как вы, при температуре не больше 37. Да, то есть, в общем, они делают все необходимое, чтобы своя семья... Конечно. Так вот, этих людей надо каким-то образом объединять, а они всегда
какие-то скромные свои средства для такого исследования, потому что любая работа требует конечно. Пока затрат. Вот на свои, ну что делать? Я вот на основании своего, на базе экохозяйства и отеля в Пушкинских горах, там как раз будет теплицы, обучающий центр, вот то, что как раз о чем вы говорите. Единственное, если рассматривать это действительно многогранно, всеобъемлюще, действительно, это нужны уже другие средства, это нужны люди, но есть и желающие, есть кто готов помогать. Я думаю, что ближайшие буквально там, может быть, пару лет, сейчас обоснуемся, сделаем. Я верю, что у вас получится, вы слишком молодой. Мне уже, так сказать, 70 лет, это возраст. Правда, как Гюстав Юнг говорил, что нужно всегда жить так, чтобы полвека было впереди. То есть ты должен об этом думать. И потом, если себя вот думать, вот люди, я заметил, это, знаете как, на многих тоже из практики. Вот были случаи даже такие, я собираю эти данные, и вот здесь у меня просто как компьютер-аналитик, вот за годы у меня автоматически все как пазл складывается. И вот такие случаи были, что люди... Две женщины, бабушки уже там под 90 и 90 с чем-то лет, там даже чуть 95 у моих знакомых, они обе сломали, ну, там с разницей, значит, вот шейку бедра. Ну, это бывает, тем более, если всю жизнь пить молоко, кальция будет мало, кремния мало, хрупкость кости будет как раз выше, остеопороз как раз у тех, кто пьет молоко, творог выше в тех странах, кстати, Норвегия, Швеция, Дания, исторические, где молочные жидкости, разве это там самый высокий процент остеопороза, от чего врачи говорят пить молоко, а зубы еще разрушаются у беременных, и ногти крошатся. Ну, то есть все наоборот. Все наоборот. Да. Так вот, и они... Одна была, ну такая оптимистка, она вот прям все выпишусь, там уже планы у нее, все, да, там выздоровлю. Она выздоровела очень быстро, и все у нее так, ну все, значит, срок пришел, значит, жизнь уже конь. И она умерла буквально через там несколько месяцев, понимаете, вот что значит сила еще духа, установка. Да. Мы же, установка это информация, мы ее как вот матрицу, мы как голограмму пускаем, она ведь давлеет изначально не материя, а... Ну, правда, у нас нематериальный мир, это все-таки тоже материя, но это уже такой сложный вопрос. Дух это тоже, дух тоже часть материи, только другой. Да, так же, как и вот то, что таблицу, кстати, Менделеева, вы знаете, что настоящую... Во сне ее придумал. Что, нет, что вообще ту, которая вот в учебниках 903 года при жизни, она же другая, это не та, которая нас учит... Нет, этого я не знаю. С 33 года нас учат ложные таблицы, там нет эфиров, а у нее был нулевой ряд и период, там это открывается... Я об этом немножко знаю, почему этого нет. Я знаю о роли, например, Эйнштейна в этом процессе. Мы сталкиваемся и удивляемся, как очень часто нас предают, казалось бы, люди, которым мы... Как, ну, мы уже олени не стали, не прошли, а вот теперь появляются другие имена, Альберт Эйнштейн, который, в общем, оказывается очень... Ну, Никола Тесла, которого оставили в забвении, а гениальный человек, который нам все говорят, что радио придумал Маркони и Попов, да. А оказывается, когда Тесла спросили, вы знаете, что есть такое открытие, что кто-то уже такой Маркони выступил со своим каким-то заявлением по новому эфиру, который называется радио. Знаю, говорит, он это сделал на основании 17 моих патентов. То есть, вот мир меняется сейчас, и в том числе благодаря интернету. Поэтому я очень надеюсь, что вот люди, похожие на вас, и вы лично, можете оказаться решающими для, может быть, многих глобальных вещей. У меня можно один комментарий? Это для зрителей в основном. Юрий Андреевич, как вы видите, сидит, я в полушубке, он сидит, вот, его спросил, я думал, что это бравада, я, знаете, всегда ведь в мире приучаешься с недоверием относиться к идеям, которые тебе кажутся нетрадиционными, да, вернее так, неофициальными, вот, я не отношусь к этому с недоверием, потому что я сам написал диссертацию по хиромантии, это было в 71 году, защитил, вопреки тому, что мне предсказывали мои ученые, да, ну, руководители. И я был очень упорный. Ну, и поэтому то, что вы говорите, я не воспринимаю негативно, я воспринимаю с любопытством. Так вот, маленький, очень интересный, я сейчас во время разговора вспомнил. У меня 6-летний сын, вы его видели. Он почти не ест мясо. Или иногда он вообще ничего не ест. И меня это пугает. Но когда вы начинаете рассказывать, я уже начинаю спокойно относиться. Это видовая, не бойтесь, видовая пища. Но он абсолютно не мерзнет. И он может сейчас в такую погоду войти в воду. На улице сейчас, к сожалению, вот в середине июля у нас здесь плюс 14. Сейчас 14 градусов, да, бывает. Бывает, да. Ну, переживем эти несколько дней. Так вот, вы правы. Он... не страдает, например, я мерзну,
А вы нет. И Давид тоже не мерзнет. Ну, значит, наверное, ваша правда. Их много, таких нюансов. Не надо есть мясо. Естественно, нет. Потому что, во-первых, мясо он ест, не отрывая мышечную ткань. Это не, человек не способен оторвать. Ну, только разве что ножом срезать. Да. Что тоже уже доказывает, что, ну, извините, мы ноготками свои, но там механизмов нет. Мы говорим, даже птиолин, слюнная амилаза во рту, у нас нет там ни пепсина, ни трипсина. А барьер желудки, вот этот вот кислый и фермент, нужен для того, чтобы инфекции не попали дальше в организм, которые очень много бед могут причинить. Фактически разложение идет, растворение белков первичное, да, но не для мяса. А что касается денатурированного мяса, которое уже неграмотно, неправильно называть мясом, это уже аморфная масса бывших белковых тел, а ныне, так сказать, не пойми чего. Вот это уже, чтобы переварилось хоть как-то, больше из нас возьмет энергии, чем может дать во много раз. И наши ферменты нужны, значит, напрягается поджелудочная железа, того же трипсина в разы надо больше и так далее. Вот и все. Это очень железная логика. И надо сказать, когда мы с вами по телефону познакомились, и вы мягко, но настоятельно сказали, что хочу с вами повидаться. А я середина сезона, работы много. Работы очень видите, много у вас сейчас, я вижу. Да, и я очень вежливо пытался как бы... Я сейчас рад, что вы настояли. Вам надо также настаивать вот перед вашими зрителями и читателями, и слушателями, чтобы они помогали вам создавать этот университет. Я думаю, общими усилиями. Извините, и университет, это я понимаю под этим, исследовательский центр, в котором не только анализ того, что в мире, но и какие-то доказательные исследования. Конечно. Постановочные, потому что все равно наука, аналитики, статистики. Наука – это прежде всего исследование. Конечно. А для исследований, конечно, нужны лаборанты, посуда, техника. Те же мыши, крысы, которых не надо мучить химией, травить, а наоборот, они будут дольше жить, что мы и докажем, так сказать. Конечно, ради того, чтобы доказать истину, иногда делают жертвоприношения, можно делать и животных. Можно иногда... В нашем случае как раз наоборот не нужно, потому что и так все известно, от каких веществ, как кто когда умрет, а нам надо наоборот, чтобы дольше прожили животные и, соответственно, люди. Процессы биологические те же, поэтому определяют на тех же мышах, крысах, что поскольку биохимия та же самая. Ну, все очень будет понятно и просто. Ну, а жизнь, что говорить, наша вокруг нас, она постоянно, я говорю, каждый день меня на тысячах примеров доказывает вот все, о чем мы как раз вот и договорили долго с вами вчера вечером и сегодня. И, конечно, нужно очень доверять своему интуиции, подсознанию. Вот что организм хочет, вот это на ребенке очень. Дети мало подвержены социальным влияниям. Пока они еще не испорчены, пока они еще наркотической зависимости вот этой пищевой не у них нет. Не только наркотической, а вот этой установочной. Установки, это тем более. Ребенок ведь он будет с животным, с маленьким играть, это его друг. Он не будет его убивать от своих инстинктов. Поэтому нет этих инстинктов, я вам даже более того скажу. Вот есть очень интересный фильм, советую посмотреть, ну, документально сняли его, о жителях Енисея, вот туда, среднего Енисея, о настоящих суровых таких мужиках, которые добытчики, вот охотники не для того, чтобы с пивным пузом там пойти пострелять по бедных животных, а потом сесть и бухать, как говорится, но это уже ну, не люди, это уже, я не знаю, а вот философы такие, знаете, по жизни. И вот сидит они такой мужик, такой вот, который тоже сначала там 70-х в тайге один там выживал, говорит, да, говорит, было, говорит, я-то думал, я такой охотник оказался, то есть вот мудрый человек, который уже там 50 лет вот занимается, и он такие вещи говорит, вы знаете, у меня, говорит, вот тоже взял бычка, ну, в деревню, пока вот, и вроде время, уже надо его убить, да, а подходишь, ты смотришь ему в глаза, а он от тебя подачки просит, вот это вот доверяет, а ты ему что, говорит, нож в спину, он говорит, а пулю, говорит, вот, и такой смотрит и говорит в камеру: предательство. Знаете, этот человек, который вот, ну, закаленный, вот такой мужик, что называется, который в загоне. Правда, предательство. Правда. То есть, вот есть в человеке, в живом, нормальном, который душу еще свою не убил, не искалечил, понимание глубокое с детства, которое мы убиваем, наши родители в этом виноваты, которые нас, совесть нашу, так сказать, ломают, и, которые от природы данная, совесть – это совместная весть с родом. То есть, это то, что нам дано в каждом живом человеке. И мы через колено ломаем и формируем уже из человека, из ребенка вот этого, ну, черствого, вот этого циничного фактически потребителя, который на животное смотрит как на... Но ведь это... Кто сказал? Это кто сказал, что можно убить... Не убей только человека. А это что, не то живое существо, которое дано жизнь, разум, рассудок, о чем еще и Пифагор, и Платон, и Плутарх, и Сократ говорили тысячи лет назад, взывая к совести людей? Тут я абсолютно согласен. Вот. И надо к этому идти. Конечно. И то, что, говорит, нельзя... Мне сколько писем из Сибири приходит, когда там вот... Я не помню, говорил вчера про...
говорит, одна из Иркутской области, говорит, вот мы из семьи, Ильич, добрый день, мы вот благодарю за лекцию, там все, мы из семьи староверов, то есть из славян, ну, родноверов, скажем так. Говорит, у меня есть фотография моего прапрадедушки. Он родился в 1840-м, умер в 1957-м, ну, на 118-м. Значит, никогда в жизни ни он, ни его жена, никто в роду не ел мясо. Это Сибирь. Значит, все прожили больше 100. Нас всех выненчили, ей уже там, ну, под 60, нас всех выненчили прабабушки. Значит, ели очень мало, почти ничего, чтобы я видел, говорит, я вспомнил сколько своих, ну, почти, даже в самые тяжелые времена, во время войн, ели бывало картошку, она говорит, только сырую. Вот примерно дословное письмо. Но это сплошь и рядом, когда мне сотни тысяч людей со всех стран там мира пишут, когда вот эта мощнейшая аналитика на карте, когда мы читаем литературу, даже художество, вот о чем я говорил про Данила Гранина, даже и про тех трех из одной деревни, фактически живые участники Бородина, которые уже больше 100 лет назад воевали, им было 126, это в одной деревне, это было нормой. И вспомним, я говорю, даже вот деда Ивана Подубного 120 лет, там вот Каненкова 110, прадеду было, так сказать, одному. Это было просто, что ели? Ну, ели вот репа, брюква, турня. Зимой, говорит, что для нас, как Шмелев, вот описывал Шмелев наш великий, значит, дядька его, который воспитывал, на стройках все за ним ходил, значит, вот он говорит, что для русского мужика самая первая еда зимой, говорит, капуста квашеная, там это, какое там мясо? Ну, это... Если и ели, мы говорим, 300 с чем-то дней, 20 в году, праздники все эти, это и то хрен. А то, что было в ведической Руси, там вообще понимали, что такое животное, так сказать, смерть, законы кармы, причины следственной связи. Это же тоже то самое, что посеешь, то и пожмешь. Она же не только на материальном, а на духовном уровне. Да. Это ведь в природе единые законы причинно-следственных связей. Они, неважно какие, биологические, энергетические, это все подчинено единому вот этой, как бы это сказать, разуму, да, вот этому, вот этому, так сказать, программе этой вот. Логики едины. Все процессы идут по определенно строгим процессам, которые мы либо можем вот отметать, не думать о них, зашоривать глаза свои, либо вот задумываться. А если мы начинаем задумываться... Это интереснее задумываться, да, потому что нам жизнь открывается становится истина. Богаче. Да. Конечно, и интереснее. И ты когда понимаешь, вот это вот как в науке называется миг озарения, да, когда ты вот эта эйфория от того, что ты понял, что вот оно как происходит, я наконец-то... И это, как правило, происходит раньше, чем это можно, ну... И проверить лабораторный, вот тот же Ломоносов, вот, ну, не было инструмента, он знал многие вещи, которые на столетия вперед. Он просто понимал, что это так, он доказать не мог на 100%, ну, не было еще. Вот. Он читал эфир. Да, да, это эгрегоры, энергоинформационные поля, то есть да, связи конечно. Совершенно, как и Тесла абсолютно. Как и Тесла, и как очень многие Кулибин, там, врачи все тоже так и поступают, да, да. Вот Боткин такой был знаменитый врач Тесла, да, да. Давно хорошо да. знает. Он делал так, и примеров очень много. Конечно, тот же Федор Григорьевич Углов, который там, когда ни в каких учебниках строит, там, ну, блокады Ленинграда, там он операции делает, тут бомбы летят, значит, осколки, это там электричество пропадает, тут, и он там, да, сердце, ну, или вырубается, он там обматывал в марлю вот этим, значит, в розетке, и вот прямое, то есть, когда не было электрошока, по-другому, придумывал за секунду, то есть, давалось это сразу. Информацию. То есть, это очень интересно. Конечно, кстати, я очень советую вот всем нашим зрителям, и вы, если не читали, потому что это знаете как, вот, ну, это как не читать там Достоевского и рассуждать о человеческой душе, там, потому что, ну, я считаю, что Достоевский в этом плане один из величайших знатоков, конечно, вот докопался до таких глубин, конечно, вот Угловую книгу, например, «Сердце хирурга». Она не только о медицине, не только она о настоящем человеке, о предательстве и дружбе настоящей, о высоких глубинных чувствах таких, что, так сказать, вот о труде настоящем, о радости вот труда, да, о счастье. Обязательно это, почитаю. Это просто, «Сердце хирурга». Это, да, она вышла в советские времена, 75-го года, тиражами 6 миллионов. Люди после этого такие письма писали, то есть хотели становиться лучше, чище, то есть она воспитывала самые высокие, лучшие качества в человеке, и вот я считаю, уже осознанно, кто ребенок, ну, хотя бы старшеклассник, должен обязательно, потому что это она, вот, а настоящий человек, который вырос маленькой под Киренском, от Иркутска, тысячи километров в деревне, на острове, так сказать, который всю жизнь, вот, это не те, кто он, как говорят, святые, которых почему-то там называют, которые в монастырях уходят там от мира, не хотят, а я считаю, что это можно назвать святой человек, который с детства поставился задачу, при помощи людям, чтобы, и он эту жизнь, задачу свою выполнил, ну, так как сотни верно, людей. Верно. Вот. Обязательно почитаю, но о святых тоже могу сказать. Вот, например, мы вспоминали сегодня Саровского. Да. Вот,
уникальная, удивительная личность. Я бывал и в его Дивеево, знаете, вот это вот его... Я тоже бывал. Да, дорожка эта самая, канавка, которую он 700 метров. Это ведь он сделал, он же перед смертью это сделал, ну, старался, торопился. А знаете, он посыл дал человечеству. Вот идите по этой канавке, читайте 150 раз молитву и думайте. То есть это, в общем, аутотренинг такой. Людям. Да, причем еще очень большой вопрос, не то что вопрос, это долгая тема, и сейчас мы, конечно, не будем, а насчет его личного, ведь церковь его не любила, страшно. И только потому, что Николай II лично, так сказать, вот сказал, его, как бы, его ненавидели, потому что они-то понимали уровень и разницу, кто они такие. Да, конечно. И мантию ты одел, это ты не святым не стал. Да. Это ничто вообще. Это что понимаю, это вот здесь внутри, что ты даешь? Вот это был человек... Похоже, прозвучало и в ваших словах, в наших беседах по поводу академиков. Я с этим согласен. Примерно так же. То есть, ну, если, извините меня, стоит... Говорит там, ну вот как я сейчас помню, такой некий Рапопорт академик, что мясо, это договорился до того, это чудесный продукт, который придумало благодарное человечество. Вот реально такие слова. Ну, может быть, он от Мираторга получил. Стоит три подбородка, уже дышит, задыхается, стоя, в спокойном состоянии. Ну, ё-моё, думаешь, ну что тут можно сказать? Пожалуй, лучше ничего не говорить, разумный человек все поймет и так. И говорит, причем все, вот знаете, как зациклены люди, да? Вот любого, от простого там, ну, самого простого работяги до самого там большого академика спросишь, все начинают цитаты приводить, заученные когда-то, бездумные, без аргументации, ну, например, там, кальций полезен, нужен для костей, поэтому молоко надо пить. То есть все, прям отрезали, мантра, бум, головой об стену, значит, потом там мясо, потому что это полноценные белки, только мясо есть по все 8 незаменимых аминокислот, потом полноценные, а другие белки неполноценные, то есть, и вот начинается вот это мракобесие антинаучное, то есть, где науки нет вообще никакой, то есть разбивается это, вот любой академик, я говорил 100 раз, у меня телевидение много раз снимал, разные там по молоке, показывали там минуту, а не все, так сказать, потому что, да, я говорю, давайте соберемся за круглым столом с академиками. Никогда не получите результат, потому что вырежут все. Вот, я говорю, давайте с академиками, они не смогут ничего сказать, контраргументов, никаких привести. Ну и потом, это не та площадка, телевидение для развлечений. Ну, понятно, да. Может быть, есть какие-то вопросы, которые появляются, раньше у нас были пережили, там планета, как... Нет, сейчас есть, да, вот моя планета, там, значит, вот... Конечно, есть много, сотни каналов, поэтому появляются те, на которых что-то есть. Тематически интересные, о природе. Людям надо общаться, телевидение для общения очень полезно, потому что, сидя дома, ты можешь попасть в очень интересную среду. Увидеть мир, понять, как задуматься о глобальных вещах каких-то, и начать изучать лично, не выходя, не имея библиотек гигантских, то есть это большая путь. Вопрос, в чьих руках, да, находится вот эта мощнейшая власть. Я имею в виду телевидение, ну, телевидение ясно, а интернет пока бесконтролен. И мы можем пользоваться этой уникальной ситуацией, чтобы развивать друг друга, помогать и развиваться самим. Должны успеть. Да, это что? Надо, чтобы наступило время, когда нами будут руководить все-таки умные машины сверхмощные, которые будут решать вообще, что правильно. Вот нам надо это, так сказать, потому что не допустить. Мне, конечно, нравятся некоторые страны, где... есть, ну, мы уже на политику переходим, но все равно к этому рано или поздно приходишь. Все равно мир управляется не очень грамотно, к сожалению. Это тема целая. Это вот есть, ну, кто еще, зрители не знает, хотя бы большинство знает, концепция общественной безопасности, КОП, где там Зазнобин, Ефимов, вот советую изучить, потому что там, в общем, уже еще был Советский Союз, но уже понимали, к чему все идет, и группа патриотов с разной, там, техники, электронщики, там, повоенные, ну, в общем, разные специалисты, они объединились для, разумные люди, для того, чтобы создать концепцию альтернативной той, которая существует, это глобальная нынешняя концепция, да, по которой... И, наверное, одна из причин, у нас была только одна идеология, а во всем мире много, и человек, который... в Советском Союзе мог знать одну идеологию, ему легче было увидеть ее слабые стороны. А когда в какой-нибудь Америке или в Европе на вас рушится сразу много идеологий, и ты либо путаешься в этом во всем, либо уже перестаешь думать, а ну, там хочу разбираться. Главная одна идеология, значит, бери от жизни все,
ради денег там все что угодно. Ну, она и у нас деньги такая, цель нынешняя, да. Место. Не та, которая, естественно, а сейчас, да, конечно. То есть доминирующая. Да, безусловно, это ужасно. Но хорошо, что вот именно благодаря многим тем людям, патриотам, таким как, ну, тот же Жданов Владимир Георгиевич, который да, вот взял алкоголь. Да. Человек. Вот, тоже мой знакомый, ну, потому что. Я его лекции слушал, я сам занимался наркологией, и он настолько это прочувственно и правильно преподносит. Особенно, вот хочу сказать сразу, вот кто смотрел хоть 10 его лекций, считает, что, ну, не то, что ничего не смотрели, посмотрите обязательно вот какую. Она называется «Алкогольный, табачный и наркотический террор против Святой Руси 2004 года». Идет 4,5 часа. Я ее видел, да. Плохого качества, да. Но самое... Да. Где заканчивается телегония, вот то, что... Юрий Андреевич, а знаете, почему я Голубикой занялся? Ну, вроде бы совсем другая история. Да. Вот, ну, да, я увидел ее у поляков, мне это понравилось, я понял, что это новое питание. Новое будет, то есть, в общем, другая концепция. А когда вы это, сколько лет назад поняли? Это вот было именно... в 96-97 году. Но за 2-3 года до этого у меня разрушился центр профилактики алкоголизма подростков, потому что с 88 года он финансировался, я был автор этого центра, меня очень сильно поддержал главный нарколог тогда Москвы и, наверное, Советского Союза, Дроздов был такой, замечательный ученый и врач. И несколько лет мы создали очень интересный центр, а потом финансирование кончилось. И я понял еще к тому же, что в городе всех этих бедолаг, молодых ребят, подростков и молодых ребят, не вытянешь. Потому что там в яме, конечно, на дорожной базе под ремонтом машины, под алкоголь и этот самый табачный дым, надо только под небом. Точно так. И я вместе с Дроздовым уже начал создавать эту концепцию садового, лечебного садоводства, лечебного садоводства. Ну, обрушилось, прошло несколько лет, я оклемался от того, что у нас перестройка и все такое. Сам включился в нее и попробовал свои силы в этом деле. Что-то мне нравится, что-то нет. Ну, я, поскольку больше аналитик, я, конечно, мог бы анализировать, сколько бабок это мне приносит, сколько нет. А у меня была другая концептуальность, дело не в бабках. Они их должно быть столько, чтобы хватало. Вот. И я попробовал, и вот сейчас вроде бы уже есть это, но вот моя Нина больше тяготеет, моя жена больше тяготеет к исследованию растений. Да. А когда я говорю, давай алкоголиков попробуем лечить, мне это нравится, и здесь это получится. Она берется за голову и говорит, сумасшедший, что ты делаешь, давай на другую площадку. Ну, тут не сходятся у нас как бы параметры, я ее понимаю, потому что... Конечно, это энергия, это другая, это большая ноша, и вообще... Ты вносишь вот в этот мир вроде бы твои радости. Конечно, вот это, конечно. Мы понимаем, о чем. То есть это несопоставимо, и, к сожалению, вот моя идея пока не сбывается из-за того, что она идет в противовес и в разрез с научной концептуальностью. То есть там это уже практика, и я бы сказал, такая очень-очень рутинная. Да. А здесь это творчество. А творчество и алкоголизм не сходятся. Да, и потом природа, она многое дает и... убирает пороки и дает наоборот, вот как бы к реальной жизни как бы подталкивает. Кстати, да. Это очень точно. И вот единственное, что трижды прав Жданов, когда говорит, что алкоголики, понятно, это все, но это уже вот нам надо, чтобы, если мы говорим о вообще народе, о нации в целом, а не отдельно взятом, потому что, ну, это важнее, и кто тут может спорить, мы должны сделать так, чтобы дети маленькие, выросшие, чистые создания никогда в жизни не притронулись к этой мерзости, от которой уничтожаются миллионы людей, горе в тысячи, в миллионы семей несется. Если почти там сколько, 700 миллионов, нет, 70 миллионов человек занимается этим производством алкоголя, то как они могут вообще... Я вам скажу, читаю сайт когда-то у Глоба, ну кто-то ему создал, значит, давно это было, значит, там больше 10 лет назад, и... Один такой Виталий Антипин, такой вот прям даже скажу, значит, он пишет такой, как бы вот Углов, ну понятно, Углов сам не читал, там он интернетом не понял, ну это понятно. Значит, вот, и, но он пишет, и это настолько меня тронуло, сейчас он пишет, что, дорогой Федор Ильич, я вот когда лекции Жданова, ну, по вашей, так сказать, вот, я так переосознал, а я, в общем, он выпускал, даже я бы сказал так, вот для вот этих всего пива и прочего, ну, в общем, сухарики вот здесь всякие, да? Казалось бы, это не прямая, но можно сухарики и так есть, и не относится, но это
Он даже, он понял порочность, что он тоже как бы причастен. Хотя не прямо, это уж казалось бы кто. Ну ладно, он отказался. Он даже от этого отказался. Причем он ушел, он бросил в никуда. Это он не то, что создал новый бизнес, человек, а потом, да. Он бросил, потому что он сказал, моя совесть. Потом мой, у меня был сотрудник один, он говорит, все, такой мужик, который такой хозяйственный, все, он такой, все четко. Он говорит, все ерунда, я знал, так будет, значит, потом. И, ну, прошло уже 10 лет. Он создал вот этот концептуал фирмы, которые вот продают литературу вот эту патриотическую разную, значит, развивают, устраивают с писателями разными такого толка. Это настоящие граждане. Вот. То есть я к чему говорю, что, безусловно, это есть. Это и есть то, что, к сожалению, непонятно для тех людей, кто, ну, как бы вот эту похоронил, может быть, или как-то пригнобил в свою вот эту совесть данную каждому от рождения чистую. И вот, к сожалению, во всех людях уже видят, есть люди, и говорят, что же, жизнь не била тысячу раз, там не предавали или что-то, и хоть тысячу предавали, я, например, веру людей все равно не потеряю, потому что я знаю, что, безусловно, один вот такой человек, как, например, Углов, ну, он там, это миллион, сильнее миллион. Да, понятно, я это понимаю, есть масштаб людей, которые затмевают все остальное, поэтому, да личности. И, и когда один, и тут ты слово, что такое слово, ты прочтешь, у тебя там слезы на глазах, видишь, что человек это в душу, и уже человек, даже если сразу не изменится, он обязательно изменится завтра. Вот еще в жизни его будет, он уже, еще одни сигналы, еще одни вот такие вот путеводные ниточки, которые он уже не сможет, так сказать, вот даже если сразу не пойдет. Поэтому браться надо в плане алкоголя именно за детей, чтобы ребенок вырос чистым, нормальным, чтобы он никогда в себе не убил вот человека, в том плане никогда не первую поганую эту рюмку этой отравы, этого генного оружия не, себе в рот не влил. И, значит, и тогда, да, вот это единственный способ и шанс на 100% быть уверенным, что человек не сопьется, не станет поганым пьяницей-алкоголиком, если он никогда в жизни даже грамма не выпьет. Вот как я никогда в жизни грамма не выпил, даже никогда. Ну, у меня была другая история, и надо сказать, что есть люди, которые могут излечиться, которые могут, поймут, конечно, но в какой-то момент. А вот могут. Я скажу, я с 9 лет, я жил в деревне белорусской, вернее так, родился в Москве, но лето проводил в деревне. Это мне дало огромную философскую, как бы, стезию, то да. есть природа, да? Я тоже. Но одновременно я, как и все деревенские люди, был склонен к соблазнам, вернее, меня соблазнили тем, что угостили алкоголем вот этой самой Долматуха, вот причем под благовидным предлогом, например, поминки по папе, угу, да, вот с этого все началось. А вот если бы люди понимали, если воспитать ребенка так, вот горе случилось, умерла бабушка или там, тем более папа, да. Горе. И мы приглашаем людей, чтобы они почтили, сочувствие, очень хорошее выражение, почтили своим присутствием и, так сказать, вот память усопшего. Что же такое алкоголь на поминках? Это, ну, все знают карикатурные или фразы. На дни рождения. Да, что? Ну, допустим, поминки. Напиваются, веселятся, морду друг другу бьют. И забывают, зачем пришли. Это называется глумление над памятью усопшего. Это паскудство. Это недостойно высокого звания человека. И вот ребенка ты не хочешь потерять лицо свое и превратиться не в скотину. Это нельзя оскорблять так животных, ни в чем не повинных. Это ниже животного уровня. Вот никогда даже не пей, потому что вот к чему приводит. А говорит, некоторые, я знаю меру, какая мера у наркотика, но давайте 3 раза героина вкальнем, посмотрим, какая. Это что, не то же самое, это то же самое, просто это легально. Ягода, съешь килограмм, хочешь второе, это наркотик. Да, ну это, так сказать. Да. Или как ваши конфеты. А, очень вот, вкусно. Кстати, вы попробовали вот этот, который с экстрактом желудей, который. Замечательно. Как он, трюфель называется. Трюфель, да. Ну, хороший. Знаете, я, если я буду есть трюфель, мне надо только сказать, где это можно приобретать или как делать. Я совсем забуду о мясе или о всех этих самых. В том-то и дело, что есть очень вкусное, безвредное и даже полезное, потому что в отличие, если какао, вот как и кофе. Зерна бобы сжарить, там образуются канцерогенные вещества, очень тяжелый канцероген. Но пока это термически не просто, там огромное количество минералов, биофлавоноидов, различных биологических, там 600 веществ различных находится и компонентов. Это очень полезный живой какао, но пока оно до 38-40, этот порог нам дает, как вот мы говорили сегодня, полисахарид, лентинан или там вот хиноманоза. Вы знаете, что при 38-40 градусах они уже разрушаются. Вот почему ты съешь хоть 100 килограмм лисичек резиновых, вареных, это же резина. Как, насколько вкусны, кто не пробовал, советую. Вот обычные сырые, нормально. Вот, сырые лисички. Конечно. Вот тогда природа нам как бы говорит, вот это будет лекарством. Вот как вот Гиппократ говорил, что пища лекарством стать, а ей лекарство пищей должна. Но это в каком случае, если она как мать природа со своего стола вот дала, вот мы, так сказать, срываем плод, это вот, как говорит, ну кто хочет, Бог, боги или природа, кто во что и как верит, вот это
живая клетка, которая способна дать энергию, информацию, структурированная живая вода. Посоветовать, что естественно, делать? Значит, строительный материал, там, ферменты, все. Тут есть в каждой клеточке лизосомы, в них клеточные ферменты, которые, растворяясь, когда вот дают сок, вот мы сейчас разжуем, значит, сок, идет процесс аутолиза, автолиза, самопереваривание живой клетки, она сама себя растворяет. И нам не нужно тратить нашу все. Бесценную энергию в виде ферментов на то, чтобы... Вот что такое живая пища. И вот что такое моносыроедение. В идеале, я говорю, конечно, к этому это не у всех получится сразу и не надо, но я к тому, что процентов всего лишь 80-90 энергии достаточно, самодостаточно, чтобы переварить, и всего лишь 10 из них. А так мы, когда едим вареный жареный, мы 100%, там уже нет ферментов, 43 градуса они разрушаются. А ДНК плавится при 70, первичная структура белка разрушается полностью. Это необратимый, называется как в биологии термин, полная необратимая денатурация белков. Все учили, для да не поняли, продукта. Что это. Вот мед также есть, а мед там тоже канцерогены образует. Да. Поэтому настоящий мед, вот как это делали вот, до революции, он должен вообще по-хорошему в ульях перезимовать. Он полностью созревший, там энергетика пчел, вот это, так сказать, да, останется меньше. Но что делать? Зато это лекарство. Вон таким медом брали мои знакомые, есть, ну вот у нас такой мед тоже, мы у них, значит, их мед продаем. И моих одних знакомых, а там, значит, даже вот он в дистиллированной воде разводится. И люди были, которые даже вот все едят там подряд, но катаракта через полгода проходит, то есть вот капает, значит, вот есть методики. Кстати, такого продукта есть надо меньше, потому что он, в принципе... Чайную ложечку, да, это да. Же... Ты поешь живой продукт, там его много не надо, потому что энергия дается, они забираются. Поэтому и здесь мы тоже критерии можем немножко практика, сэкономить и природу, и себя тоже. Конечно. Поддержать. Ну, вот я, конечно... А вот правда, что до 200 лет живут вот голубичные кусты? Даже до 1000. До 1000? Да. А в природе есть такие... Дело в том, что в корнях этих кустов огромная фабрика энергии. Стоит вам спилить их. Я сам присутствовал в Германии, как это делалось. Через 3 года у вас новые кусты. Даже так? И это никогда не исчезает. Поэтому, да, ну вот известно, дуб живет 5000 лет, там сосна 300-400 лет. Но это само дерево. И у нее корневая система устроена так, что когда дерево погибает, она тоже погибает. А здесь все по-другому. То есть есть корневая система, все остальное будет вырастать. У нас есть тут выкорчеванные. И остались там несколько корешков. И спустя какое-то время, если мы там не запахиваем, не делаем, там появляются новые саженцы. И плодоносить может 100 лет и 200 лет, да, может? Может. Уникально. Плодоносит оно только тогда, когда ей хватает влаги. Например, если в августе, когда закладываются новые цветочные почки, следующего года влаги хватает, будет наше. Не хватает, оно будет меньше. Я думаю, что и под зиму надо даже поливать, наверное, чтобы почва была. Любое растение под зиму обязательно, потому что да, иначе будет, может, да. Да, иначе оно просто замерзнет. Да. Это... Ну, а тем более с таким укрытием, это и зима-то не страшны многие. Но нам, знаете, понадобилось, мы думали сначала, что это легче. 300 грузовиков соломы. 300, вот на 6 гектар, да? Да, на 6, на 3. Потому что 3 гектара у нас только были... То есть на гектар 100 грузов, там, обалдеть. Да. А на те гектары у нас там щепа. Это похоже на солому, только дробленое дерево. Мы об этом с вашей супругой говорили, как раз по поводу того, что я посмотрел, у меня же тоже вот щепорубильная машина, ольха из леса. Ну, конечно, это же сам там-то как раз в симбиозе выросло. Вместо того, чтобы сжигать эти леса. Это преступление. Да, там вот минералы, те, которые в симбиозе сотнями видов растений, накопили они за там 20-30 лет в себе, мы просто вносим прямо на землю. А в почве ведь уже нет этих микроэлементов. Литий, кремний, йод, откуда? Потому что, ну ладно, фосфор кто-то там... А зола, она просто улетит и все. Да, да, даже если, опять-таки, ну, зола там частично, но здесь-то ведь мы еще процесс, как раз грибы почвенные, микоризы, бактерии. А если мы еще удобрим Эры, Байкал, Восток, ну вот и комплекс бактерий живых, это у нас перепреет просто в 10... У меня в зимнем саду вот в одном... Я вот слою вот такие соломы до 5 раз в год, то есть они прям под ноль. Вот так там у меня 3,5 метра инжира в год вырастает, вот с нуля 3,5 метра. Верно. Так что это как раз и в лесу, и здесь вот эта подстилка является решающей. Я учился очень многому у польских, немецких и американских садоводов. Они нигде не сжигают. В лесу, например, даже рабочие, я ехал много раз, смотрел, как это делается,
у них вырубка произошла, подъехала еще подрабильная машина, тут же подробил и здесь оставила. То есть это преступление страха. Это же кислород сжигается, все выветривается, почва обжигается. То есть вот одни преступления фактически. Тут же мы верхний слой, вот щепу раскидали, у нас влага в почве сохраняется. Значит, у нас богаче становится слой почвы, опять-таки перегнивает, биогумус образуется. А так ничего. И в этой связи у нас есть еще очень дурная привычка, это дети, в основном молодежь, а может и взрослые, просто поджигают траву. Это просто сгорают деревья, подростки. В Псковской области такого там полно. Весной едешь, прямо страшно. Горит идиоты. Вся область. От деревни, вот такие, которые брошены, но еще вот, как говорится, хозяин не нашелся, а восстановить можно было бы. В Беларуси строго, здесь строго. Молодцы. Сжигают, да. Нет, здесь вообще вот едешь. А в России сжигают. Страшно. Все. Это вот из деревни сгорают, дома последние где-то. Это же старые леса, пожаров сколько от этого. Это преступление страшно. И вот эти идут, вот эти бычки поганые. Вот не курили бы, ну, сами себя идиоты. Рот дан, чтобы есть пищу, ну, пить воду и говорить. Ну, сейчас появились электронные сигареты, еще хуже. Ну, это еще хуже. И оказывается, Филипп Моррис перейдет скоро на это хозяйство, потому что это гораздо выгоднее. Выгоднее. Ну, конечно. Конечно. Вообще не надо никакой табак выращивать. Это синтетика чистая. Конечно, да. Это страшное так дело, что, почему мы... Да. Так что вы правильно сказали, кулинары – это дьявол. Да, ну то есть Бог создал пищу, а дьявол – кулинара. Да, это в принципе, мне можно экстраполировать на любые жизненные вот это... Любые БАДы – это вот от дьявола. Да, если только мы вот сразу поясним, потому что есть БАДы, просто их называют БАДы, но это, например, прессованная спирулина, там, хлорелла. Тогда не надо называть БАДом. Да, но в принципе, если это БАД, то это нормально. То есть надо разбираться в технологии, как это сделано. Если это синтетический витамины, это страшнее, чем антибиотики, просто мало кто об этом знает. Это выбивает, то есть стоит начать гормоны искусственно, ну вот человеку, организм и железы внутренней секреции понимают, что зачем вырабатывать свои, если тебе вводят уже и атрофируются, то есть фактически в то же самое с витаминами. У нас есть возможность синтеза, но, кстати, тоже очень интересно, наша кишечная симбиотическая микрофлора инкубатором, который является, кстати, аппендикс. Тот самый, куда и умные врачи говорили, что это не удаляют, нужно. Да. То есть а 80-е повально вот удаляли просто, чтобы, значит, было 2-3 года. Ну, у нас, по-моему, такого не было. Было пару лет такое у нас попало, и вот это прям, это страшно. Это мы обезьянничали от американцев. Обезьян, конечно. У них там сейчас, ну что, груди удаляют уже, даже вон известные голливудские эти, вот. Ну, это просто, когда, чтобы не было онкологии, питайся правильно, живи в более-менее чистой среде, питайся правильно. Если переходишь на живой, а, кстати, очень многие голливудские, те, кто действительно и выглядит там 70, там вообще молодые, и я просто знаю, в основном все на сырое, эти, как его там, легкая атлетика, где выносливость сумасшедшая нужна, и друг почти все на сырое. Юрий Андреевич, я вспомнил, в городе Бресте, только не белорусском, а французском, живет замечательный русский ученый. Вам обязательно с ним надо, может быть, по скайпу, а может быть, при встрече поговорить. Он занимался геофизикой и исследовал проблемы, связанные с землетрясениями. Значит, в землетрясении Спитака ему было удивительно то, что он видел дома, в которых ровно как бритвой половина дома разрушена, а половина дома цела, даже с фужера стоят. Вот понимаете, в комнате. Так. Половина комнаты в пепел, а половина... В стеклянном шкафу стояли фужеры, они были целы. И он начал этим заниматься. Он дошел до того, что он эффекты вот эти не радиолокационные, а вот эти станции, которые телефонные, сотовые, он начал изучать эти эффекты. Оказалось, что если они стоят на линии разлома, мы даже пытались вот с Валерой Миляевым и с ним в Москве такие исследования проводить, сразу вызывает очень сильный эффект. То есть, та энергия, которая может быть использована в армии, может принести вред. Но она может принести вред через физический резонансные эффекты разные. Он, как возможный член вашей, уже, мне кажется, существующий университета, вполне интересен. Конечно, такие люди в разных областях деятельности, которые поняли, что как-то не так все происходит, как вот нас учили, не вяжется это с реалиями. Они ведь все сходится, когда честная наука действительно начинает не постулатами или верованиями, как, не знаю, в 30-х годах уже прошлого века было известно, как
подменили, подтасовали вот эту дарвинскую эволюцию в плане человека, там черепа одной, ну, обезьяны, человеческий скелет. То есть, ну, это и до сих пор, тем не менее, потому, чтобы не разбивать вот это встроенное, так сказать, якобы в кавычках, всю систему образования, так сказать, да. Хотя кого ваяют, какой образ ваяют, я не понимаю. То есть потом людям просто переучиваться приходится, ну, если они чего-то хотят понять, как мир устроен. Заново, то есть бессмысленно получается. Я думаю, всем приходится переучиться, потому что нас для начала учат, и даже иногда родители не тем. К сожалению. Да, потому что мы все-таки, это индивидуальность, и от родителей берем только часть, половину, например, или меньше, больше, а все остальное мы додумаем тем окружением, в котором мы находимся. Учитель попадается, да, если попадается, уже порой больше может дать, чем, так сказать, если. Вот, кстати говоря, по поводу этого ученого, он доказательную базу сделал на сельскохозяйственных животных. Угу. И оказалось, там, где эти вышки стоят, падают удои, падает то, падает другое. И это уже статистически абсолютно доказуемо. Совершенно. Более того, так же, как вот говорят, вот это не шутка, это правда, классическая музыка там ставит, и удои увеличиваются. Кстати, да. Ну, вот обратная сторона. И вибрации, которые там энергетика созидания, Моцарт, да, свои... как и вода, кристаллы, вот вы знаете, там берут соскоб, смотрят, идеальная структура, она восстанавливается, да. И напротив, разрушительная, значит, дает вот это вот... Все, потому что в мире... Вот здоровье – это гармония, гармония во всем, то есть вот любовь. Как Платон под этим самым, в тени. Да-да. Тени нет, но тени начинаем нет, рассуждать. Дождик немножко вон капает, но это как бы да. Ну, что я могу сказать? Да. Приятно, что на свете есть люди, которые мыслят примерно в том же направлении. И конечно. Самое главное, вот про совесть правильно сказали, все-таки без совести скучно жить. Она теряет смысл жизни. Безусловно. И вот это, я думаю, долгожители, это прежде всего люди, которые владели совестью. Безусловно. Да. Ой, сколько интересно. Может быть, за редким исключением. Да, наверное, но все-таки, как правило, да. Вот посмотришь на этих людей, это такие мудрецы от природы, это люди, которые... То есть объединяет долгожители тех, кто вот за 100 лет и такие энергичные. Очень многие вещи интересные. Я вот эту аналитику тоже веду когда-нибудь. Ну, у меня уже 3 видео о долгожителях, но будет еще. Я вот там вот эту аналитику расскажу как раз по... Но, конечно, это труд на земле в основном. То есть с утра до вечера. Которые не воспринимают труд как наказание, а наоборот как радость. Труд это радость. Вот. Физическая работа. Да. Еле... В здоровом теле, здоровье. Еле со своей землей. Ваучер там уже был получен. И знаете, за каждый ваучер давали по 50 гектаров земли. Что-нибудь подобное в России произошло. Ну, по бутылке водки. Да, по бутылке водки. Да, то есть сразу проще в гроб лечь, чем продать родину, землю, да еще и, так сказать, как Иуда, деньги получить, да еще и в бездну, в пропасть покатиться, убить себя, да пример детям, окружающим вокруг показать. Поэтому и ничего не надо бояться. Вот когда человек что-то начинает бояться, смерти или власти, он уже труп. Да. Потому что, да, ты умрешь обязательно, рано или поздно, но не бойся ты этого. Это, кстати, когда вот начинаешь жить такими категориями, которые мы с вами обсуждаем, смерть не страшна. Да, потому что когда ты понимаешь, что... Ну, это вот то самое, что... Кто-то говорит, законы кармы, ну, законы логики, причины. То есть, что посеешь, что пожнёшь. То есть, то, что ты, если в этом мире жил достойно, сделал добро, пользу принес в мир, общество, восстановил, не знаю, там, деревню спас, там, или дом, там, посадил лес, там, ну, такие, это вообще уже, то ты однозначно, тебе, как говорится, это воздастся за это обязательно. Ты уже... Не зря в этот мир пришел. Ты уже вечен. Да. То есть ты в своих вот продолжениях, ну, конечно, тут это примитивное выражение нашло себя там, построить дом сына и... И, кстати говоря, почему все рано или поздно переучиваются? Все дети боятся чего-то. А почему боятся? Их родители напугали. Да. Сразу же, вот это нельзя, это потому не что нет гармонии, когда учение, это познание. Вот ведь порой дети спрашивают нас о каких-то, что их интересует. И с радостью это запоминают моментально все. Но тут как вот клин вбили, то есть проходит граница. То есть это им не интересно. А ведь как до революции преподавали, например, вот был человек, приехал такой сторож в систему, и вот у него дореволюционный, вот как вот, он там задал вопрос, мама, и он...
еле-еле ответил, он говорит, а это в первом классе до революции. Там на логику, то есть вот не какой-то абстрактные цифры. Вот река, вот тебе груз, надо перевезти. То есть они сразу, вот, то есть хозяйственные вопросы, те, которые в жизни им нужны. И они моментально, за раз все запоминается. И главное, там не надо запоминать, там логика. Она остается, вот эта связь, которую ты сможешь на любую вот экстраполировать ситуацию жизненную. То есть ты вот уже... То есть... Логика и желание... действовать, потому человек... что нельзя просто созерцать, надо как-то творцом надо, да, человек должен стать творцом, научиться. Но никогда человек творцом не станет, не живя, вот не понимая землю. Вот абсолютно, только она может дать вот эту. И это будет мудрец, это как вот в Сиддхартхе есть такое произведение, и, значит, вот индийское, и вот, так сказать, великое такое, когда там два друга с детства, сына брахманов, там они вот и отшельниками, и все виды высокого вот, там посвящения, один с Буддой вообще пошел, а второй вот, и в конце жизни уже, так сказать, подводя итог, вот так, тот, кто самый такой Сиддхартха, вот этот друг его Говинда, Сиддхартха, он, значит, познакомился и стал жить вот на переправе реки с одним лодочником, который кроме этой реки вот вроде ничего не видел, но он, прочитав огромное количество книг, пообщаясь со всеми великими мудрецами, он своему другу видел уже вот много десятков лет спустя, сказал, ты знаешь, я вот наконец-то я нашел ту истину, и, то есть я открыл мне, фактически показал вот, вот эту жизнь, законы природы, вот этот человек, который ничему не учился, а его учитель была природа. Знаете, какая мудрость, да, в этих глубина? Вот оно, это вот истина, это вот очень интересное произведение тоже, вот, которое прям, ну, настолько после прочтения человек вот может, так сказать, вот очнуться, скажем так. Вот, а только природа, конечно, да. Это поэтому я вот и повезет тому, у кого с детства, с маленького, когда все вот впитывает, как у ребенок, вот этот стержень любви к окружающему миру, кто-то из членов семьи, вот как у меня в свое время дед мой, с собой все брал по лесу, мы прямо с такого возраста, мы огороды сажали, то есть все вместе. И вот это вот во мне как бы осталось путеводной нитью. Я знаю, что уже вот там я то, все, пятое, десятое, неважно, я буду вот. Как говорится, я для себя знал, что я вот, то есть у меня прямо это вот, как говорят, вот предначертано, то есть я, поэтому я был в этом плане спокоен. Человек порой живет, да, он может оказаться не в той обстановке, среде, даже годы какие-то, но он себя не будет мучить и грызть, если у него есть вот это вот, но надежда, человек жив. У меня вопрос, верно. Вы где детство провели? Вот, ну, у дошкольное меня, детство. Дошкольное, хоть и понятно, москвич коренной, но мы на все лето, и, значит, в Подмосковье уезжали, ну, жили. Выходит вот так же, как и я. В общем, дети, которые имеют. Вот пришла к нам такса, моя любимая, колбаска, которая, между прочим, ест голубику раньше, чем мясо. Она любит мясо, но за голубикой приходит... Вон она, и ням-ням-ням подъедает, да? Да. И вот оказывается, вот, чтобы гармонично вырасти, надо вот детство. Стержень. Огромная стержень. Радость, когда у людей есть бабушки, дедушки очень, или что-нибудь очень. В этом духе. И огромная беда, когда нет. Это вот как говорят. И когда они живут в деревне. Совершенно правильно. Это как говорит такой пословица старый, что нет стариков, то есть есть старики, прибил бы, нет стариков, купил бы, да? То есть, ну, что, мол, человек. Я тут... не слышал этого. Есть такая, да, такая. Вот такая жесткая. Жесткая, но такая вот, которая прям отрезвляет, что действительно порой поздно, может быть, а задумаешься, вот, а ведь. Когда жили раньше, вот как вот мы говорили с нашим, кто у меня экскурсию вел, дали с заповедника, у него прапрабабушка, 116 лет прожила, и вот прям вот как ситуация, вот начинаешь, он тоже интересно было, не спрашивал, вот люди говорят, да, а поздно уже, когда уже не спросишь, а столько всего узнать, я бы сейчас, вот, что называется, расспросить бы, а когда вот такая преемственность была, когда уже родители, как правило, там заботы, хлопоты там не додадут дитя детям, что он, а бабушки, прабабушки особенно, праправ, это вообще. А к тому же бабушки, прабабушки в те времена-то и готовили по-другому. Вот та печка, которая у нас была, и те продукты, там точно было не больше 40 градусов. Про то я и говорю, что вот это проще пареной репы, откуда это. Это ферментация была. Это как раз то, печка, что... Печка сама рассчитана была уже на не очень высокие температуры. Ты пока греешь, там, ночью она уже остывает, и туда всовывает. Все, и утром уже, как говорится, вот, и вот эти прабабушки, они ели-то, я говорю, вверх мало, что ели, вот эту пищу простую, какой-то мясо, бабушка, которая 100 лет там, ну о чем тут речь? Ну, правда, молоко было очень распространено, как? И, вот, к сожалению, это убавило огромное количество лет жизни у людей, и болезни, те Ирина самые Андреевич, детские. Ну, честно скажу, я жил на молоке, привык к молоку, и все мое детство пришло.
И вот от мяса, наверное, я отказался бы, там, мне кажется, не так трудно. Да, а это вот легко. От молока. Очень легко. Причем натурального. Самого натурального. Вот прям вот само. Вот те бабушки, которые исторически прям в деревне любили. Да. Ну там не все любили, разные люди разные. То есть вы настаиваете, что это плохо, да? Что в этом есть. Казеин. Белок, который практически, вот, да. Чтобы переварить, фермент ренина нет. Я даже... как генетик это понимаю, что человек в 5 лет уже не имеет... Молоко создано молочной жир коров для кормления только строго определенной биологической теленкой, и то только в молочный период его развития. У теленка свой, кстати, в желудках вырабатывается фермент ренин, у козлят свой, у крольчат свой, третий. Как ключ к замку подходящий только к матери. Потом, состав... белков, жиров, других компонентов свой. Теленку надо скачать на ноги, побежать за мамой, мышцы расти. А у нас мозг развит, там жиров больше. Смотрите, мы с вами говорили об алкоголе как об абсолютном яде и зле. Безусловно. А сейчас мясомолочные продукции тоже подпадают по-вашему. То есть вы становитесь для государства человеком, да, вполне нон-грата. Хотя, если бы эти площади, земли, вот вы сами знаете, сколько можно вырастить на гектар. Корове надо там только 2-3 гектара одной, чтобы сено собрать на зиму. Ну да. На этой почве можно вырастить там, не знаю, там свеклы того всего десятого, капусты, чтобы накормить 1000 человек. Ну, да. То есть мы убиваем, гадим природу, вырубаем леса, там амазонку уж все. Ну, правда, корова, она удобрение дает. Так. Но тем не или это не так? Вот мы взяли с вами, вот у нас трава, листья, листовой опад, вот, да, лесополосы это как раз. Это тоже удобрение. Безусловно. Да. Дуб с 60 метров достает минералы. Преобразуют сложные органические соединения. По сравнению с тем, что может дать природа. В разы. Да, просто в сотни раз. То есть планета способна сотни миллиардов людей прокормить. Я нахожусь под впечатлением стереотипов. То есть это страшный стереотип. Да. А молоко, ну поймите, молоко выполняет очень важных несколько задач. Передача генетической информации вида, видового, родового. Дать, сначала идут низкомолекулярные белки, молозивы, которые вот эти иммуноглобулин, альбумины, которые запускают иммунитет, гормональную систему маленького животного. Потом дальше пошло питание, чтобы, так сказать, быстро, в концентрированном виде, в легкой, стопроцентной усвояемой форме получить, значит, и построить свое тело. То и перевести когда на... Когда летишь в космос, это ракетоноситель, который тебя выпихивает, да, на орбиту. И переводит на видовое питание уже, да, которое все, любой вид, вот, триллионы экземпляров, да, тысячи видов животных. Да, летишь, будет летишь, все, как, да, по программе. Да. И тут мы, люди, начинаем культурно, так же, как лакать молоко других видов животных, что вообще абсурд, с другой программой, информацией, строительным материалом, другим совершенно для других биологических задач созданных, да, в другое определенное время, лакать, да еще во взрослом виде. Но тогда давайте подбегать к своей, я говорю, маме, там, которой может 70-80... Вы проповедуете новое мышление. Я восторгаюсь такой очень интересной, складной и перспективной идеей. Да, и люди после, да, действительно, когда начинают, думают, что же я жил, действительно, в какой-то, ну хватит, лапшу с ушей снял, я действительно, что за абсурд, ну что же я уподобляюсь, ну тогда действительно на четвереньках, чтобы корове подбегать сосать, нет, мы из кружки, там столько про нюансы биологические я говорить не буду, кстати, посмотрите, знаете, что советую, вот где мои выступления, да, где я показываю, а там есть молочная проблема, и там есть я такое читал, видео, да, видел, на черном видел, фоне, да, их несколько, где я для телевидения снимал, ну прям увидеть, в общем, там абсурд, когда меня на одно шоу приглашали, хорошо, я не пошел, ну, посмотрите. Фир, иди сюда, иди к нам. А, на камеру, да? На камеру, иди сюда, покажись. Покажись телезрителям. Какая они думают, такая колбаска. Что... Да. Вот, вот. Ну-ка. Ну-ка, ягодку будешь? На-ка. Нет, когда ее так насильно, она не да, будет. Она все-таки не терпит. Свободная дитя. Свободная. Ну, да, тут-то тем более на такой природе, да, не свободной, да, быть. Вот. И вот это посмотри. Я там именно с точки зрения и здравого смысла, и науки объясняю все три основных нюанса. Вот с казеином проблем. Кстати, сахарный диабет первого типа только от молока и молочных продуктов. Второго нет. А вот первого типа, а почему вот будет такая, пусть будет пока загадка, посмотрите, будете знать абсолютно, почему вот эти островки Лангерганса, клетки, которые синтезируют гормон инсулин, разрушаются. И это же автоиммунные заболевания. Наш организм уничтожает их. Почему? Узнаете, посмотрев о молоке. И вот эти нюансы. Поэтому природа нам говорит так. Ну, все понятно, но если человек до такого отвернулся от меня, от матери природы, и стал таким мракобесом, ну тогда получи, как говорится, пинок под зад. Станешь спиной, так получи. Вот, и это логично, потому что, ну, можно один раз сказать, в виде вот каких-то, встречаются люди на пути, что-то еще, ты вроде, ну ты один раз отвернулся, другой, третий, ну, так сказать, всему есть терпение и предел.
Ну, я буду набираться мужества, потому что все, что вы предлагаете, требует... Вы знаете, когда ты... Вот первое, главное, если человек сильный лично, и вообще, если ты понял, почему и что, ты становишься, тебе как бы становится перед собой стыдно, что же я вроде взрослый человек, разумный человек, я там, как тебе тоже сказал, так, я вот биолог, все, и я такой, ну, идиот, что называется, и я сказал себе, ну, все, но мне... И с этой секунды... Все, то есть никаких проблем, никаких, то есть переживаний, каких-то, понимаете, это вот это надо просто осознать. Для этого нужна информация вначале, а дальше своя аналитика и просто желание не увернуться, извернуться, так сказать, подстроить мир под себя. Да. И, значит, вот это нечестная позиция. Я уважаю, знаете, даже я согласен, есть люди, которые говорят, все, я понял, действительно, ну все, я понял, но мне наплевать, я буду же, я говорю, я прям даже руку пожму, скажу, ну это позиция, зато честная, не, человек честно не врет, он, по крайней мере, как есть честный убийца. Ну, наверное, может быть там, нашим врагом в итоге. Другой вопрос, да, просто я к тому, что, но он скажет, по крайней мере, это честное, не иезуитское вот это, когда там, значит, и пытаются оправдать, на любую лазейку найти, даже вопреки здравого смысла, глумляясь над разумом человеческим, что вот я просто не понимаю, когда начинают вот изыскивать там язык, какие в дебри лезут маразмы и мракобесия, чтобы только попытаться дешево, так примитивно, постыдно для разума человеческого оправдать свою вот эту вот любимый кусок бифштекса на столе, ну скажи ты честно, я слаб там, это, ну это будет хотя бы там, или еще, но если все-таки разумный человек, который стремится к познанию мира, ко всему, когда-то задумается и поймет, как все это устроено, как мы, кто мы в этом мире, зачем пришли, что такое плоды, что такое в плане энергии, вот как мы говорили, строить, это же вот все, что дала, как говорится, мать земля, минералы, все, в коллоидном виде, причем вот заметьте, что в хелатной форме, то есть в связи с живыми органическими молекулами, а то, что мы кипятим, жарим, там разрушается хелатная связь, там неорганические минералы, они не могут усвоиться организму человека, минералы-то, как в чайнике, осадок. Это, да. Осадок в чайнике – это минералы. Кстати, для структуры. В этой ягоде клетчатка очень полезна для кишечника, она именно самая тонкая клетчатка. Это, да, и вот мы как раз, что у нас есть еще ведь кишечная наша... симбиотическая микрофлора. Просто она подавлена у мясоедов, у вареных, подавлена очень, ее мало. Но она именно перерабатывает. Вот врачи тоже говорят, это глупость, не понимают, что они говорят, что клетчатка, потому что это перистатика, это движение. Да клетчатка – это пища для симбиотической микрофлоры. Она, потребляя клетчатку, выделяет нам в результате своего метаболизма все аминокислоты, в том числе все 8 незаменимых, витамин В12, все витамины. Как это и происходит, начиная от муравьев до панды и коалы. У них тоже кишечная симбиотическая микрофлора, вот у термита, которая древесину, целлюлозу мертвую, они перерабатывают, откуда они живы, белки, все у них В12, все есть. Почему? А потому что синтезируют бактерии. И у нас-то есть, просто мы люди себе эту возможность уникальную подавили, у нас три возможности. Первая вот эта, вторая напрямую получать аминокислоты, ну и другие компоненты питания. И третья, рециркуляция белков, а чем? Зачем нам их терять? Мы же перерабатываем вот эти усилия, вывести эти продукты, мы тоже белки на это тратим, аминокислоты, витамины, ферменты, это же белки, и мы их тратим безумно. И вот он получается замкнутый порочный круг. А это первоисточник, это то, на чем вся экосистема, вся планета, вся биосфера жива. То есть вот эти консументы первого порядка – это хищники, второго, третьего – это те, кто поедают уже хищников. Они, вернее, первого порядка консументы – это те, кто потребляет вот растительную пищу, а второго – это уже вот хищники. Так вот, в этой пищевой цепи каждое звено последующее получает энергии меньше, меньше, меньше. Поэтому хищники, например, они, вот гепард побежит, он пробежит там 100-200 метров с огромной, самой высокой, 115 скоростью, а потом выдохнется, у него уже кишки нарушены, знаю условия. А антилопы, многие бегут, некоторые виды 100 км в час, несколько часов могут бежать, например. То есть выносливость у хищников ниже, потому что у них для выведения продуктов токсичного распада азота, азотистых соединений, нужно гигантское количество энергии, воды. Там, ну то есть это ведь не вершина, это, понимаете, боги или там как хотим, природа создала вот этих хищников, которых, кстати, очень мало в природе, вот как по видам, очень мало. Только для того, чтобы не было эпизоотии, вот этих эпидемий в природе, чтобы сберечь вот эти, ну, миллионы гниющих тонн, понятно, вызвали бы страшные эпидемии. Это не санитары, это падальщики, по сути. То есть это те, кто не дает в этом звене единой сложной системе экоцепи, просто вынуждены, чтобы вот этот круг замыкался. А потом редуценты, разложители идут. В экологии это третья группа живых организмов в пищевых сетях, да? Это да. Вот бактерии, все, что... бактерии и... грибки, да, и черви. Да. Это в плане вот экологии. А продуценты, то есть те, кто образовал благодаря хлоропластам вот эти хлорофиллу, уникальные вот эти первичные органические вещества и запас их в виде самых питательных, это плодов, ну, яблоки, все что, ну, мы корнеплоды, это тоже плоды. И вот это потребляем мы
имеем уникальную возможность есть ту самую, потреблять первичную концентрированную энергию и строительный материал. Очень логично все, и многие критикуют дарвинизм, а тут он как раз является, вот ваша концепция, он расцветает как глобальная. В своем разумном аспекте, да, потому да, что есть другая страна, где просто за уши там притянули, конечно. Ну, есть схема кстати, всегда. Кстати, он тоже говорил, Дарвин, как честный ученый, он говорил, что я могу ошибаться, и если будут изобретены или там приборы, или доказано, что я соглашусь, то есть заведомо, у меня уже не будет, но я как бы... Да. Но на его уровне, там, где он мог определенный уровень знаний объяснить и интерпретировать, он абсолютно все верно сделал. Да, ну, вот так вот, да. Так что, ну, хорошо очень, я думаю, пообщались. Юрий Андреевич, надо продолжать общение и делать их, наверное, системными. Да, потому что вы приезжаете к нам обязательно вот, в Пушгоры, потому что там, значит, у вас будет зима или как-то у вас попроще. Мы очень любим это место, я конечно, повезу свои. Приезжайте, обязательно, прям звоните без проблем. Ну, и вот что касается... Вы знаете, еще вот буквально вот пару вопросов я про голубику спрашиваю. Да. Ну, понятно, что эти культуры любят все-таки кислые почвы, то есть торф, подкисление, безусловно, идет. Да. То есть в некоторых пропорциях торф. Но это на первом этапе. А потом уже, вот когда взрослые... сами свою почву создают для себя. То есть потом уже новый торф... Да. Вот когда они становятся большими, им уже ничего не страшно. То есть вносится органика та самая, щепа, солома. Да, и они превращают это в кислую почву. Все, они превращают. Да, то есть там уже идет процесс поддержания собственной жизнедеятельности. Но если вокруг хвойники растут, это хорошо. Лучше. Это конечно, лучше, потому что... К тому же всегда можно как мульчу и иголки тоже вполне подсыпать. Но уже во всем мире много таких плантаций. Их можно создать в любой местности. Конечно. На глине, на песке. Вот у вас песок, я знаю. На камнях, где угодно. Причем на глине проще, потому что все-таки не вымываются многие. Да, там сохраняется. Не вымываются минералы, а песок все-таки как все решето. Да. При этом на глине проще, но сама среда вот на месте, где они, вот эти несколько, там 50-60 литров, должна быть их среда. Конечно. То есть вот это очень важно, потому что сама глина их погубит. Это просто глина, где холмики лучше делать, чтобы и влаги лишние, так сказать, не сгнила корневая. Да. Кстати, хвойные опилки, которые хвоя, в принципе, мульчировать можно и не... У них есть один недостаток очень серьезный. Они каким-то образом забирают на себя очень много энергии и питательных веществ, и в том числе вот почвенный азот, идет на утилизацию опилок, то есть идет процесс. Поэтому они хуже в этом смысле. Но я думаю, в междурядье можно вот использовать. Можно в междурядье, наверное. А вот в рядах лучше брать либо, как мы взяли для песчаной почвы, солому, либо ольха, осина, щепу. Да, но можно и опилки брать и в ряды, но тогда придется немножко добавлять азота. Азота немножко. Да, именно из-за того, что для утилизации опилок бактерии забирают азот. А вот с недостатком серы, то есть вот серый, как бы вопрос? А сера – это часть серной кислоты, да, это как раз тот процесс, который закисляет. Поэтому сера для них очень полезна. Ее можно использовать. То есть сера, некоторые просто люди говорят, сера, что все минералы, в принципе, мономинералы определенные, Почему нет? Важно только, чтобы не передозировать. Конечно. То есть даже вот лежит щепа, мы туда засыпали чуть-чуть. И в обычном грунте сера, конечно. Азот. Эти неорганические минералы, именно, кстати, только на планете, только растения вот способны перевести вот в эту хилатную органическую водорастворимую форму, то есть органическую форму, которую человек и любое животное как раз может усвоить. Кстати, конечно, неорганические минералы — это только почки забивать, камни, это вот то самое, что мы варим, жарим. Вот, кстати, когда мы в аптеке покупаем витамины, это просто... или тот же самый кальций, напрасно. Да, это одно дело из раковины, там моллюзки вот есть, дорогие делают там это, или там коралловый кальций. Это другое дело. Или то, что даже вот перепелиных яиц, вот скорлупа, то, что вот это старый способ, когда, и, кстати, вот Углов принимал, ему жена вот делала, давала, Эмилия Викторовна, вот Эмма, знакомый тоже с Угловым были, с Григорьевичем, и вот она, и у него, когда сломал, он 99 лет, он там за провод зацепился в операционной, упал, и он так, упал так, что сломал шейку бедра, ему операцию сделали в этот же вечер, ночь, он заставил себя ходить через полчаса после операции. То есть просто, и у него все зажило, то есть он до конца...
То есть вот тут это и силы. Феномен очень известный. Чем раньше человек восстанавливается, тем лучше. Да. Чем да. Он себя быстрее. Да. Воля да, да. Здесь играет тоже очень важную, огромную роль. Это как раз то, что мы говорим, нематериальное. Да. Казалось воля, бы, но она влияет на материю прям непосредственно и прямо. То есть, это факт. Да. То есть изначально идет образ, как по образу подобию, то, что вот создано. Вот это правда. И голограмма, она влияет, то есть идет инфа. И поэтому человек изначально, он запрограммирован на здоровье. Иначе бы он не был как вид. Конечно. То есть на идеал этой программы есть. Ее надо просто восстановить, пробудить. Абсолютно верно. Верно. Ну. Ну что ж, ладненько, тогда хорошо. Я думаю, что мы на этом, по крайней мере, эту часть закончим обязательно. Вот я еще думаю. Одна очень важная деталь. Так? Я увидел, вы это используете как способ познания мира. Угу. Вы много путешествуете. Я советую всем, в общем, следовать вашему примеру. Я уже давно заметил, что одно маленькое путешествие может заменить целый семестр в университете. Однозначно. Вы знаете, да. Я вам еще такое вещь, даже вот Коля, была у нас такой предмет, я говорю, у нас было десятки географические, десятки биологических, да. И вот был такой картография. Это продольный параллакс, там, ё-моё, этого. Учишь теоретически, ничего никто не понимал. И за два дня практически занятий, нивелиры, теодолиты, да. Поняли все, что то, что не могли понять. Да. Понимаете, какая штука? Потому что был другой язык. Язык природы, в которой... Вот, в обстановке, да. вот оборудование, вот, которое мысль человека создала, этот аппарат, который... И ты видишь эту мысль, ты как бы вот подсознательно это поощряешь. Все становится поэтому понятно. Поэтому геометрию больше всего подростков или детей осваивают легче, чем тригонометрию, математику, высшую математику. Потому что там абстрактно, и если абстрактно можно перевести в конкретно, вот, если, как вы вот сказали. Тогда, да, как вот было, да, на примерах учили, да, вот с первого, да, класса, да, и да, все, да, тогда... И так важно, когда ты еще вот это понять, потому что ты будешь ты самообразовываться будешь потом, да, если ты с малого возраста это поймешь. Это же как язык, если ты его учишь где-то далеко от страны, в которой, да, он используется, то ты его учишь с подпалки. А стоит тебе появиться в этой стране, ну, в Китае уже... или там в Англии, да, то ты сразу понимаешь, что надо понимать язык и надо учить. Конечно. Также и вот я говорю, беда, что вот многие ученые сейчас, вот, ну, уже давно воспитываются вот чисто вот в городе, в стенах кабинетах, видят все в засушенном виде. Вот, то есть они не могут, истинно, они не могут прочувствовать, вот, что вот эта вот живая природа дала в тебя вот эту. Я этим хочу сказать, что и вы приезжаете к нам почаще. Конечно, да. Зрителям и слушателям, чтобы, да, виртуальные знания, реальность – это хорошо. Но живая, вот путешествие как методика познания мира очень важно. Безусловно, поэтому однозначно. Больше двигаться, общаться, больше контактировать. С разными, да, интересами людьми, которые, да, что-то, да, создают, пытаются и, конечно, действительно в этом помогают и себе, и другим вокруг так что себя. Вы привезли целый университет на мою плантацию, и мы здесь раскрыли, это у нас такой класс, там семинар, что угодно. Не стена, а вот... И выносим, каждый с собой выносит багаж. Да, да, багаж однозначно. Полезный. Благодарю. И вам очень рад был спасибо, встретиться, да, познакомиться. Нет, я в восторге. Я тоже благодарю. Спасибо.